Что-то я совсем не докладываю обстановку к сегодняшнему дню, потому что он напряженный и очень нервный. Никита проехал квалификацию на 94 балла, Антоха проехал на 96,5 баллов, и причем это дополнительно есть ему, знаете, как есть смягчающие обстоятельства, есть отягчающие обстоятельства. Вот у него отягчающие обстоятельства то, что машина чуть долго висела все время на козликах, что-то делали с машиной и на козликах, какой каламбур. И все время какие-то были проблемы с мотором, ему пришлось собраться и сделать крутую попытку, ну, 96,5 баллов, красавчик. И, собственно, Гриша. Гриша выделился. Выделился паренек, 97,5 баллов. Забрал с квалификации, и сейчас мы ждем, как распределится сетка, потому что квалификация еще продолжается. Вот примерно такой спич хотел вам сказать. Не переключайтесь. А теперь хочу вам касаемо покрытия показать. Смотрите, вот можно собрать несколько комплектов покрышек на какой-нибудь небольшой... Наверное, с Европы можно собрать покрышек с полотна Нижегородского кольца. То есть вкат здесь резины такой мощный, что, ну, мы можем просто с вами отделять вот такие вот куски резины. И так по всей траектории. Что это дает, спросите вы? О чем ты, Степа, говоришь? Я говорю о том, что это неравномерное покрытие. И сложно очень пилотам в различных местах то асфальт цеплять, то ехать по резине. Это большая разница. Еще не дай бог вообще будет дождь. В дождь это все превращается, ну, наподобие катка ледяного. И ничего ты с этим не сделаешь. Такой вот дрифт непредсказуемый. А вот они и зрители. Первые бегут. Смотрите, какая очаровательная толпа людей. Болельщиков, фанатов. Скорее к своим любимым. Вот. Так она не заканчивается, смотрите, где они там далеко так. А еще идут, еще. Прекрасная погода и настроение такое же. Все пилоты Корвель Рейсинг прошли в топ-16, где встретятся со своими оппонентами. Завтра еще раскатаются. Не через простые решение. И ОМТ у Никитоса был, и ОМТ у Антохи Козлова. Гриша Бурловский сразу продемонстрировал, зашел с двух ног. На, говорит, вот так вот я поеду в топ-16. Поэтому сейчас вся команда готовится к завтрашнему гоночному дню. Ну, а вы не переключайтесь.